Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня на видео лиловая семейка чихуахуа. Щенки все одинаковые практически по цвету. Хотелось выделить каждого. И мы отделим украшения, которые малыши полвидео хотели снять. Щеночки родились 25 ноября. Им 2 месяца. Сегодня на видео контрольное взвешивание, показ зубов, а также мы покажем, как умеем кушать. Еще мы покажем способ, как мы приучаем щенков переходить с пеленочки на лоточек. И это кто за такой мальчик, то у нас, я не знаю. Ой, ну килограммчик почти 900, 80 грамм. А зубки, пожалуйста, будьте любезны. Вот это да! Молодец! Все хорошо. Все хотят снять украшения. А это у нас кто? Это девочка. Да, самая крупняшечка получилась. Повесим. Его 230. И по зубкам. Ой, красота! Вот это красота! Девчуша. Ой, девчуша нарядная. Ой, нарядная. Повесил 900 граммчиков. По зубкам. Ой, ну какая же красота эти зубки. 6 на 6 ножнички. И еще девочку. Да, еще одну девочку у нас. Вот такая самая нежненькая. 800 40 грамм. И по зубкам. Ой, все на месте. Все хорошо. Ой, не снять бы все украшения скорее. А как же мы вас различим? Скажите, пожалуйста. Как же их можно отличить? Ну вот, настало время кушать малышам. Двухмесячные ребятки наши кушают 3 раза в день. Основное питание – это сухой корм. Всегда смотрим по щенкам, насколько они хорошо кушают, как им нравится этот корм, есть ли настроение. Конечно, бывает такое, что приходится добавлять в сухой корм мягкий, он более привлекательный для щенков. Но все же, если аппетит хороший, малыши хорошо сформированы, как и эта семейка, они с удовольствием кушают сухой корм. А частый самый вопрос, чем мы кормим? В данном случае семейка кушает сухой корм Блиц, ягненок с рисом. По количеству это примерно столовая ложечка. Опять же, сейчас покажем, что захотят детки добавки. Ну, 1,5 ложечки. Больше не рекомендуется. А сухой корм у нас не стоит бесконечно. Мы кладем норму, именно такую, которую щеночек может скушать. Вы спросите, зачем же это нужно? Что же нам, жалко сухого корма? Да нет, конечно же, каждому щеночку, ребенку требуется режим дня. Когда есть режим дня, и аппетит хороший, и мы точно знаем, кто поел, сколько поел. Вовремя можно заметить, если у щенка нет настроения, нет аппетита, это значит, что что-то произошло, и ему нужна помощь. А если корм будет стоять целый день, то как же вы увидите, сколько щенок поел и поел ли вообще? Мишечка, больше нет, конечно. Там самое вкусное. Ай-яй-яй. И еще немножечко по корму. Зачем кормить сухим кормом, если щеночки с удовольствием кушают мягкий? Дело в том, что впереди у щенков смена зубов. Это примерно к 5 месяцам.
чуть раньше, чуть позже, но около 5. Зубкам требуется нагрузка, и сухой корм в этом очень помогает. Зубы у наших малышей на 99% меняются механически. Не забываем, когда щенок содержится на сухом корме, водичка должна быть обязательно стоять всегда. Молодцы какие! Вот это да! Ай, молодцы, ребятки! Все поели. Вот это да. Вот это молодцы. Да, бабки? После еды малыши дружно покажут, как они ходят в туалет. В нашем случае лоточек пластмассовый у нас всегда стоит рядом с пеленочкой. Но пользоваться спросом он будет примерно к 5-6 месячному возрасту. Пока щеночки маленькие, они предпочитают пеленочку. Если же вы хотите, чтобы ваш щеночек ходил на лоточек, наберитесь немножко терпения. Как только вы увидите, что малыш начал ходить на лоток, пеленку убираем. Если у вас есть какие-либо вопросы к нам, пишите в комментариях. Постараемся снять видео и ответить на ваши вопросы. Малыши предложены к продаже. Подробно о каждом можно посмотреть на нашем сайте. Ссылка размещена под видео. Приятного вам просмотра! Ой, все молодцы.